Listen to all the flows I spit. What about all the clothes you wear? What if you roll a split because you know I smell that doja here? Все, ребят, по всем трёмке сегодня команда распадается. Мы что, выиграем в этом году что-нибудь? Я уйду, и вы выиграете. Я уже старый. Я многих потерял за этот год. Тренер ушел, ты расстроен? Я думаю, что тренер не расстроен. Бля, как я в вашей жопе мира оказался? Ты банутый, блядь, галстук ебал. Серьезно? Да ты пиздец. Я не видел, я подсечку так сделал, как ему. Мы приходим на тренировку и не знаем, кто придет вообще, кто из игроков. Даже не знаем, кто тренер будет у нас. Всем привет. Что, Олег, как обычно, не видно, блядь? Как отметил? Я, блядь, спрашиваешь, ты как отметил? Все хорошо. Хорошо, отлично. Hello, guys, how's it going? Как отмечал? Конечно, отмечал. Оливье, холодец. Все три дня ел одно и то же. А шампусик? Шампусик, само собой. Дед мне всегда пихает на поле. Правильно, они не пихают. Я блогер, я не футболист. Когда ты пихаешь, ты хоть осознаешь и сразу же начинаешь более-менее по-футбольному делать. Что ты делаешь? Расстраиваю. Ну ты же не девочка, что ты расстраиваешь? Это Шаля расстраивает. А если не расстраивает? А Шаля что расстраивает? Он же тоже не девочка. Он девочка. Камера так здоровается. Ты кружок записал? Сейчас запишу, я хотел со Стасом. Как отметил? Нормально, по-семейному. С ним уже почешу пожал. Я тебя писал. Да? Женя. Вот это опера, это моя подобная мышка. Отросло, походу, надо заново стричься, нет? Слав, ты меня стричь? Okay. Не, я больше не буду. Хотел показать, что у нас администратор тоже, как говорится, ерундой не занимался. Мячи найковские, да? Форма будет новая? Нет. Да, нет. Yes, no. Тут у меня даже чуть черца покалывает. Да. Это лошинь. Как много было? Нормально, брат, с кайфом. Семья. Тут у меня тоже чуть колет сердце. Как много было? Ты читал? Нет, конечно. Я не пью, я профессионал. Я готовлюсь к третьему сезону. Он вред. Ну, сейчас самое лучшее появление в кадре. Привет, мой брат. Вот видели, что вчера? Кстати, в твоих трусах, которые ты мне подарил. Да? Да. Трусы очень удобны, брат. Я же говорю. Я же раньше без трусов ходил. Ну, да я же просто видел, брат. Беги идет тренироваться в любую погоду, да? Это опять носок одел на голову себе, не? Сейчас пока дойдем, надо обратно идти, блядь. Гена, ты как Новый год отметил? Хорошо, с родственниками. Наконец-то первый раз мы собрались всей семьей в Балуйках. А у тебя же сын на день рождения будет. Да, 26. Один год, он козерог, как я. Ты понимаешь, какие тебя люди окружают? Козероги. Козероги, блядь. У меня еще сестра тоже козерог, 7 января. Ну это все. Слышишь, ну 23, я думаю, это беги, да? По-любому. Спустя 2 часа мы еще идем до Полина. Пиздец. Да? Реально, а что они могли у меня на хате переодеться? Слышь, а это еще ладно, обратно как-то. Такси заказать? Дошли до поляны наконец. Уже можно обратно идти, если честно. Ни разу на поле не заходил еще в 23-м. Че ты, Шаль, говоришь? Насчет телок. Фитнес. Че, девушка? Да не, у меня. Все новогодние праздники, да, походу? Что ты делал? Я не знаю, Ней, сколько время? Так, сколько время? Время ставит лайки. Я не подснял в своем влоге Сергея Николаевича Горелова, лучшего тренера медиа, футбола и всей России. Скучали по мне? Нет. Почему? Потому что я тебя видел постоянно, у тебя там стресс? В телеграме ты хоть вставляешь постоянно, где тусишь там, бухаешь. Ну а как, блин, Новый год был. А вы что делали? В хоккей играли, я видел. Ну, конечно. Не знаю. Спортивный отдых, да, Сергей Николаевич? Мы что, выиграем в этом году что-нибудь? Я думаю, да. Чем? Я уйду, и вы выиграете. Куда? Вообще. Куда? Ну, я за вами. Поставлю этим. Я за вами. Ген, давай пару финтов. Ген, видел вас? Да. Финт. Сегодня поиграем, наверное, да, Николаевич, первая тренировочка? Ой. А, сильные эмоции, говорят. Будак здесь, не брок, как до сих пор. Короче, мы тренироваться. Пацаны, у меня камера, бля, дорогая. Где как? Бля! Сука, в голову кто ударил, блядь? Бля, уроды. Бля. Давай, с закрытыми же бегаем. Пиздец. Смотри, ёпта. Ты банутый, блядь, галстук ебал. Серьезно? Да, на, серьезно. Ты не верил. Да ты пиздец. Да я не верил, я подсечку так сделал, как ему. Ты сам влетел, блядь. Я ж, блядь, вот так шел. Ну, извини. Пиздец, блядь. Так, ну что, друзья, кентурик подъехал мой, сейчас едем к нему. Он бросил меня на все праздники, на день рождения, на Новый год, на Рождество, короче. Сейчас погоним к нему, я его еще и ждал часа два. Короче, не кент, а беда какая-то. Чего ты? А? А, Бен? Ну? Че, ну? Да, слышу, кто подарил. Сам купил, бля, от вас дождешься, ёпта. Твоя бывшая даже не поздравила меня. Че, залетаем во дворец, блядь, а?
Жесть, Джера на складу. Ты не знаешь, Джера, это моя камера. При мне нахуй не нужен мой оператор, мерзой, блядь. Поэтому ты уволен, блядь. Показываю рум-тур по хате. Гардероб. Короче, гардероб, тут, блядь, можно в смысле поселиться и спать, блядь. Ты че, одно и то же фирма носишь, одно и то же цвет? Это все мое, это все мое. Смотри, вот это мои любимые кроссовки. Это мои, кстати. Заноти, блядь. Подарил брату тоже. Вот мои кроссовки тоже. Тоже заноти у меня на полке, короче. Ебать, Роналдиньо, блядь, 10 нахуй. Так, что тут у нас? Пылесос. Туалет. Так, за туалет твердая пятерка. Тоже? Он чистенький, само собой. Чей, конечно, ты, блядь, месяц не жил, блядь. Посмотрите, ну это шикарно, просто блестяще. В этой квартире есть... Стоп, нет, тормози. Есть магия. Это называется, блядь, 21 век. Это называется денег, нахуй. Проверяем, чё холодильник. Ой, бля! Ой, бля. За холодильник отдельная твердая пятерочка. Мой диван, на котором, собственно, я провожу все свои яркие моменты в жизни. Хорома нашего барина. Он у нас якобы мотоциклист, но я его ни разу на мотике не видел. Ну ладно, сейчас не об этом. Кровать. Проверяем. О! Мои духи. Самое лучшее, что есть на хате, я считаю, самое лучшее. Пока не буду показывать, но я думаю, вы уже догадались, что это. И вот, ладно. Вы уже устали ждать. Блядь, что с моим ебалом, блядь. Ой, ебаный в рот, нахуй. Что это не я? Короче, он уехал, он не встречался на Новый год, он не встречался на день рождения, он не встречался на день рождения. Короче, мы не виделись где-то полмесяца, да, там, блядь. И он приезжает вчера, и вместо того, чтобы, блядь, сказать, бро, с прошедшим тебя, на тебе подарок дорогущий, там. Он, знаете, что делает? Он встречается с девушкой, которая не моет ему, сука, посуду, и идет с ней в клуб без меня. Женя, здравствуйте, Галя. Вы кто такая? Где Женя? Твоя Женечка сейчас в Санкт-Петербурге. Пьянькие голеньки моются у меня в ванной. Знаете что? Передайте ему, что он такой же, как все футболисты и блогеры. Почему всегда Женя, я не пойму? Я многих потерял за этот год. А с ними я остались со всеми сам. Но, ребят, если вы меня смотрите, должно же оставаться то, когда братское, вот с кем ты ползал, оно должно оставаться всегда. Даже если в твоей жизни появилась та любимая половина. А теперь Джей Шаннон, блядь, остался только свой Мэтт. Когда у него даже была девушка, когда у него были какие-то отношения, он всегда звонил мне и говорил, бро, приезжай. Все равно это меняется в жизни, ребят. Если кто помоложе, вот вы реально кто помоложе, вы ее поймете. Вы думаете, что она эта дружба бесконечна. Но когда появляется вот эта вот тема, не знаю, я другой политики. Агентов. Это отсылка все к чему? Это КС, все прикольно, мы будем стримить. То есть, если как бы не на компе, то ИРЛ, я думаю, буду в 23-м стримить регулярно. Ну, либо буду всегда это показывать на Ютубе, вот эту всю движуху. Короче, не знаю, как там, сам комментарий напишите, лайк прожмите. Будем стримить, будем радовать вообще вас всем и полностью развиваться, потому что это уже удовольствие и работа, да? Я, блядь, в твоем познании настолько преисполнился, что я как будто бы уже 100 триллионов миллиардов лет, блядь, проживаю на триллионах и триллионах таких же планет, понимаешь, как это Земля. Мне уже этот мир абсолютно понятен. Это Виолетта, блядь, тату-мастер, блядь, ёпта. Обратите внимание на него, хищный взгляд, бычий взгляд, когда свежей травы весной наедаются быки, вот так они смотрят, когда угрожают друг другу. Да, что он делает? Ой, что он делает? Ой. Давай снимай. Да, да, да. Ты моего Джей, блядь, не туда пока, вот сейчас смотри, он на тебя направлен, смотри. Слушай, у нас есть. Ай, ай, да, что он делает? Что, что? А ну, не-не, прикрывай лицо и типа она тебе туда. Ты неправильно защищаешь. Там мне похуй. Ах, я похуй. Вот так. Сука, блядь, что я? Вот так. Короче, сейчас происходит битва экстрасенсов. Она будет думать, куда ударить, а Шам будет думать, где защищать. Уже больно. Мы встаем, смотри, вот так. Давай. Он машин. Ты же говоришь полотно. Да, он полотно. Давай. Он полотно.
Блядь. То есть его брат. Давай. Я правильно понимаю? Да. Его брат. Подставляешь да. его. Потому что мы сильные, блядь. Нихуя себе, блядь. Я въебал, блядь. Я лето смотрю, у него свободное но место. Блядь, он не валяется, блядь. Блять. Сука, ну левая болит. Да все, вставай, хватит хныкать. Давай. Чуваки, я, короче, в подъезде у Никиты Кожемяки. Че, как опять начал свою милость просить. Бля, как я в вашей жопе мира оказался? Не знаю, сам удивился, почему мне Стас звонит с твоего номера. Ты близко можешь стоять? Можно. Хотел тебя спросить, почему ты мне домой не позвонил. Зашел бы. Дверь открыта, выглядит. Так, Кожемяк, что думаешь по поводу увольнения тренера? Ну, слушай, я... На самом деле, я так понял, что сам Сергей Николаевич ушел. Думаешь? Да. Или это после подкаста? Пишут, что я его слил. Но это тоже есть часть. Нет, это ничего, Николаевич, если вы это смотрите, а вы это смотрите. На самом деле, знаешь, неожиданно, реально. Да это я охуел. Я охерел просто. Естественно, да, я потому что подумал, что уже когда ушел помощник, ну, Андрей, я думал, все, Сергей Николаевич остается. Юрий Андреевич. Ой, Юрий Андреевич. Андрей, полно как работал. Перевыпал. Юрий Андреевич. Юрич. Юрич, да. Андрей Юрьевич. Я же тебе говорю, все правильно говорил, Андрей Юрьевич. Короче. Я подумал, что Сергей Николаевич остается, то есть все. Я тоже был уверен. Да, а по итогу оказалось так, что он КЗ тревожный. Еще, знаешь, всех так объявили в телеграм-канале, а Николаевича нет, сам пришел прощаться. Ну, это заслуживает это уважение. Николаевич. Кстати, тоже говорил, что придет в команде, расскажет на какой-нибудь тренировке, ну вот, одну на следующий тренировку, он придет, скажет. Ты веришь в это? Я был бы я тоже надеюсь, если Алихан придет. Ну, у всех каждого свое время, посмотрим. И что думаешь, кто будет? Не знаю. Для есть, нас, конечно, догадки, я не хочу их пугать. У нас сейчас реально так интересно, мы приходим на тренировку, не знаем, кто придет вообще, кто из игроков, даже не знаем, кто тренер будет у нас. Короче, следите за новостями. Обязательно. Сегодня сейчас едем на вторую тренировку, потому что на этой тренировке меня ударили в глаз, сломали камеру, блядь, которая сейчас барахлит. Гена, спасибо. Ты ебанушка! Ты че сделал? Неймару. Ты порядь, пострелил. Вот и там что-нибудь подснимем. Мы было мини-интервью у Кожемяки в подъезде. Мы узнали, как он живет. Спасибо за рум-тур, бро. Нет, это будет отдельно. Отдельно будет? Все. Че ты задвиж, блядь? Брок бойс туда. Амалейкум. Салют. Ребята, что-то лезет, смотрит на меня так просто, типа, понял? Серьезно? Да. Кто? Я что заснял? Это по поводу Кирякова. А. Понял, он же боялся, чтобы он типа из Амкала приходил. Серьезно? Ты что, запугал нашего просмотрового типа? Арун, что думаешь? Тренер ушел, ты расстроен? Я думаю, что тренер не расстроен. Я когда с ним прощался, он чисто... Рад был? Тик прыгнул. Ну ты расстроен? Ты ожидал? Ну, блядь, ты поработал хорошо. Да почему все говорят, что я слил, блядь? На самом деле все думают, что ты его слил, а вы братики. Конечно, полный. Ты вот эти Рики Морти, стикеры, не стикеры, с кальяном. С кем я буду переписываться? Ты расстроен? Не знаю. Ну, скажи, да! Короче, Николаевич, пока вы, если вы смотрите, он сказал, да! Брат, ты расстроен, что Николаевич ушел? Конечно, я до сих пор не спал. Не спал ты? Нет, я не могу. Ты расстроен, что Николаевич ушел? Конечно, очень. Не видно тебе грусти, блядь. Амкал. Брат, горят, запугивают тебя, Кожемяк. Че, блядь, ебать, что ли? Почему я въебу? Возьми ответственность на себя, его не... Я решу, брат, вопрос. Я рыба, понимаешь? Я вот так лепся. Ваш. Алло, брат. Ты расстроен, что Николаевич? Да, я честно. Ну че все улыбаются, когда отвечают на этот вопрос? Нет, я реально расстроен. Клянусь. Хороший мужик. Кого бы ты хотел видеть? Армянского Гвардиолу. Арама? Тебе были предложения от профессиональной команды? Да. Да? Вот какой? Да говори, ну. Ну скажи. Серьезно? Да. Ногинск обратно звали. Да это не команда. Спасибо за интервью. Всем привет. Че, Николаевич шел? Говорят, что его выгнал ты. Как говорят, что ты нет. Сука, не получилось. Ты расстроен? Ну ты знаешь, я не ожидал. Я тоже охуенно. А то, что слева от меня сидит брокбой, нормально типа еще? Кипи брокбой, блядь. По всей причем. Как тебе еще Райзен, блядь? Как тебе наш команд? Ваш или Райзен? Наш, сначала наш. Ваш заебись, кстати. Лучше, чем брок? Ну, реально, уровень повыше. Атмосфера там понятно, трупы Макея, блядь, всякие, ну, куда Гиля, блядь. Трупа Гиля не подает вообще. Гиля вообще слабый, блядь. Макея тем более, блядь. Ни слова, ни нет. Как спал сидит, блядь. Макея, да. Сейчас, подождите, сейчас пришел третий парень бэтбоев. А чё не говорите, что у него кроссовки желтые, как мне, блядь? Ёб твою мать, это что?
Бля, как ты на публику играешь, пиздец, бля, ты типа не видел. Я клянусь, не видел. У меня оранжевые были, блядь. Так, это ФК Рома, блядь. Чё, Шоусбрук? Райзен написал, говорит, что мне нужен новый команда больше. Ты их команду видел вообще? Сейчас, блядь. В этих, блядь, пижамах играл, блядь. Но они, блядь, все хотят вернуться. А ты не вернулся, да? А чё было? Ты же хотел за идею ебашили за деньги, когда на игры форму набрали. Что, за деньги? Не, за деньги. Ну, а ты за деньги, что ли? Потом что-то давали. Кто самый сильный брок был? Давыд младший, наверное. Да? А Диак? Диак был старый. А как персонаж прям? По-моему, Сосмин. Прям будущий. Ты сам Сосмин. Вот, который может медийно развиваться. Все знакомые, никого не видели. Там мало кто сам что ведет, просто. Никто по ничего не понял. Я что-то снимал там, Бухар, Макей что-то и все. Макей что снимал? Сим начинал снимать. Но мы с ним создавали один канал, блин. Ну вот, она два микрофона снял. Все, ребят, последний трюк, и сегодня команда распадается. И... Ладно, шучу. Короче, смотрите, ситуация такая. Ситуация на сегодняшний день такая, что как бы все видели, да, то, что тренер покинул нашу команду. Пока мы ведем переговоры с главным тренером, прошу всех войти в положение. Сегодня главным тренером временно исполняющий обязанности главного тренера будет Александр Незрюхин вместе со мной. Это первый момент. Второй момент, точнее, это уже третий момент. Четвертый, да. Пятый. Короче, мы идем на тренировку. Там снимать я не буду. Поэтому будет включение в раздевалку. Собственно, докладываю обстановку. Геномли растягивал нас час. Мы качали пресс. А что это сделал Лысый из Бразерс, вообще не представляете. У нас люди сломались, потянулись. У меня чуть сердце, оно вышло погулять и пришло обратно, блядь. Костян просто, он знает, как я отдыхал новогодние праздники. И, блядь, нельзя такое давать на второй тренировке. Мы будем стараться, будем готовиться. Подождите, поменял. Загораем, мы в солярии. Арендуйте поле еще на час, чтобы полежать. Вот это просто мазохисты. Два мазохиста, вот этот Лысый, посмотри. Его уволят в воскресенье, я уверен, блядь. Ну, брат, ладно, брат свистел. Ты выигрывать начал. Я и до этого это делал. До этого, а то, блин, ты... Это просто, блин, в футбол играют, в сторонке. Я медийный, блядь. В сторонке, блядь, Николаевич не говорит. Ну, я засланный. Я ему скинул. Николаевич, слышали, вы ушли? А я вас как бы жалею о том, что вы ушли. Вы были лучше Незрюхи. Короче, нашел, что делать с Незрюхой сегодня. Видите эту биту, блядь? Незрюха! Иди сюда, блядь. Это против тебя сейчас будет. Ну ладно. Ну? Если здесь есть выживший. Если кто-то меня слышит, дайте мне знать об этом. У меня есть еда. У меня есть напитки. У меня есть все. Даже литровая бутылка у тебя есть. Самогона. И трусы, которые мне Гена подарил. Поэтому, если кто-то слышит, поставьте лайк. Напишите комментарий, что вы есть. И колокольчик, чтобы знать, что я жив. Пока.